Узнать о турпотенциале региона с помощью одного клика. В столице Поморья состоялась презентация интерактивной карты туризма в Архангельской области. Сайт pomorland.travel – уникальный продукт регионального агентства по туризму совместно с местными разработчиками. На сайте собрана вся информация о туристических маршрутах региона, местах размещения для туристов и достопримечательностях Северного края. Портал удобен и прост в навигации и содержит большое количество видео и фотоконтента. На главной странице содержится основные тематические блоки, где остановиться, как отдохнуть, что посмотреть. Также имеется и традиционный для подобных сайтов календарь событий. И новинка сайта – анимированная карта туриста. В этом разделе представлены физические, административные, погодные и транспортные карты области, с помощью которых можно понять, где заправить автомобиль, перекусить и переночевать. Сейчас, во-первых, мы живем в современном мире, и сейчас интернет-технологии, они впереди, как говорится, средств массовой информации на бумажных носить. Поэтому сейчас мы ставку делаем именно на интернет-аудиторию, на порталы. Мы их развиваем как раз для того, чтобы люди, зашедшие на наш портал, увидели, что в Архангельской области есть много замечательных объектов, и культурное наследие, и современные объекты, которые можно посмотреть, о которых они даже не знали.